Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. И в этом видео вы узнаете секреты диетолога, как не отравиться ацетоном, готовя льняную кашу в домашних условиях. К сожалению, не все способы приготовить льняную кашу одинаково безопасны. В этом видео вы узнаете, как готовить правильно. Чаще всего льняную кашу готовят просто. Взяли и купили измельченные семена льна, либо измельчили в домашних условиях, заварили крутым кипятком. И фактически при остывании льняная каша готова. Но в этом случае у вас белки семян льна вряд ли смогут перевариться полноценно в пищеварительной системе. Слишком кратковременная тепловая обработка. А если вы будете варить льняную кашу на открытом огне, то скорее всего она у вас подгорит. И простой полезный совет диетолога и секрет диетолога. Нужно, прежде чем варить льняную кашу, измельченные семена льна нужно подогреть, слегка поджарить. Что вы при этом получите? Во-первых, тепловая обработка будет способствовать тому, что белки семян льна, до того спящие, они разрушатся при термической обработке. Иными словами, ваша пищеварительная система теперь хоть сможет их в большей мере переварить, и вы получите уже отсюда больше пользы. А часть белков, структурных белков, находится в оболочках клеток, внутри которых находятся витамины, макро, микроэлементы, жирные масла с жирорастворимыми витаминами. И в этом случае вы и эти компоненты получите в большем количестве. Какую еще дополнительную опцию вы получите при обжаривании семян льна? Цианогенный гликозид линимарин, который присутствует в семенах льна натурального происхождения, он при тепловой обработке разрушается на глюкозу, которая останется в вашей каше, и она станет более сладкой. На ацетон, который обладает летучестью, и при термической обработке он будет испаряться. Иными словами, будете кашу есть без ацетона. И как минимум ваша печень улучшением своей работы покажет вам, даст вам больше здоровья. Если вам нужно больше знать про вашу печень, не вопрос. Одна из опубликованных мною книг и брошюр так и называется. Что делать, если у вас есть печень и почки? Просто если льняной каши будет много, то ацетон может добраться и до ваших почек, нарушив их работу. А поджарив семена льна перед тем, как вы будете дальше термически обрабатывать, вы получаете вот эти опции, уменьшаете ацетон практически до нуля в готовом продукте и облегчаете переваривание собственной каши. Конечно, синильная кислота, она останется в каше и свое действие будет оказывать, но при таком способе приготовить кашу вы получите от нее значительно больше полезных веществ. И кишечник будет лучше очищаться, слизь семян льна при этом не теряя своего лечебного свойства и будет продвигать содержимое кишечника более активно. Иными словами, вы вылечите запор, у вас улучшится очищение кишечника и некоторое снижение веса также произойдет, если вы давно не занимались своим кишечником. Иными словами, вы питались как хотели, как могли, как знали, но не только так, как нужно, как правильно. А вот каша из семян льна поможет вам питаться более правильно и как минимум кишечник вам очистит. Иными словами, вы получите тот результат, на который вы рассчитывали. А правильное приготовление каши из семян льна даст вам больше пользы. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, можете поставить на него лайк. Можете сделать репост, можете выразить свое мнение в комментариях. Возможно, вы так и готовили кашу из семян льна. Предварительно вы его слегка подогревали, поджаривали. Ту порцию, которую будете использовать, напишите. Я всегда поджариваю кашу из семян льна перед тем, как готовить. Если вы этого не знали, ну напишите, теперь буду поджаривать. Все-таки вас интересует ваше здоровье, а не теоретическая польза, которая находится в семенах льна. Практически она станет вашей, когда вы обеспечите ее правильное приготовление и, соответственно, полноценное усвоение. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» – это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram. Ищите другие видео по тегу «Кулинарный канал диетолога Скачко».